Короче, два ханта почему-то АФК. Не АФК, там один хан. АФК, или не та. Добрый вечер. Здорово. Повелся. Наконец-то больше 10 человек собралось. Наверное, это будет успешный рейд. Пока запускается босс, вы там дайте баф. Сейчас я включу активацию. Потань. Ой, а чё, я единственный друид? Придётся лапку кидать? Сука! На крайняк могу барабаны кидать. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Да он уже все съехал с рабочего клипа. Я бы не успела. Нет. Да он шаман. Бля, мне сейчас кофе убежит. Далеко? Догоняй, если что. Ну, бля, я баблюсь, короче, и пошел. Лёша, что сказал? Есть. Спасибо. Стояли хантишки. Это не он за кофе побежал? Он. Ну вот. У нас все нормально. Все под контролем. У нас два мертвых ханта, мы этого уже не узнаем, да? А не, еще есть. Воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. Арену выходит ледяной рев. Оп, слабон. Погибните, герой. Спасибо. Ты близко стоит. Комплиментики. Да, не говори. Просто ты мне не понравился. Вам что, голубые не нравились? Угу.
вкусненького. Понервно. Как роли на кота. Все чудовища повержены. Ролина война. Ролина ДЦ. Да вроде нет. Нет, не дефицитный. Так, кожа анрол. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Нет. Вот, собирательный проф — это плохо. Нет. Дайте русарку, там СС, ПС, что-нибудь дайте. Я хотел написать спасибо после отпечатки. Да, 3% поглощения урона. Как можно в слове сделать две ошибки? Да, понимаешь, чтобы у тебя от кдшило забыстрее. Русарк, тур. А я разгонюсь до этого тоже. Как можно в слове стрелбу сделать ошибку? Про товар ошибка. Это правильный ответ? Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эретарский повелитель пылающего легиона! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель пылающего легиона. Кошмар. Ебаные нобы. Кто ДК взял? Я ДК взял. Отпускай их всех, скажите ты нахуй. Да, это он вызвал. А во, по новой запускай. Там два войска. Чуть? По новой запускай его можно, мод горит, давайте. Ой, долбусы, честно, опять. А во, попёр. Бля, чё происходит? Я надеюсь, товарищи Пуги поняли, зачем их позвали в этот дискорд. Мы? Да, кидай дискорд, скучно. Вот они еще прыгну плава. Из лужи вытащи, там дебил. Лужа дебил. Нет. Лары, еще один дебил. В смысле, ведь два человека самое важное. Допустите, чужак.
Он больше вайпнуть не сможет, только сам помрет. Играть с темной магией. Мне надо. Мне отдай. Надо. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки. Почему? За что? Потому что у меня есть скилл, у тебя нет. Докажи обратно. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и погиб. Что-то нормальное, Катрин, что-то не знаю. А что я говорю, он у меня есть, но у меня там шмот прически. Не сейчас. А хули мы ставим? Что тебе угодно? На что, РЛ? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Нет. Орда требует справедливости. Мы вызываем Альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Нифига там Дэйв без зачистки поездил день назад. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Такого ему кидаешь, просто там тише. Смотри. С нее надо начать. Да. И шипешкой продолжим. А шипешка? Как вас? Кружок. Обычно фанта первого убивает. Я пока не могу использовать эту способность.
Подожди, я снимал бабу. Варлок в курсе, что он умеет, что он умеет бандировать. О, теперь в курсе. Драйвы не в курсе, что здесь оборот уже. Да, я ставлю. Да, а утренний шан не ветер сколько был? Будет у нас ответственный и ставит в календарь свой. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Давай, Куки, быстро же лобнись. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Скорее всего, будем, потому что у меня в десятке тоже три валики утром было. Не знаю, я на трех чарах закрыл, ни разу не было сегодня. А почему мне рейдрол не высветил, что было в сундуке? Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Бой, ты чё выпал? Ну, сейчас будем лут обсуждать. Может, побыстрее поднимем. Может, побыстрее поднимем. У нас куки релогаются. Так что какая тебе в жопу разница? Те хер на них. Это Хант, он попросил релогнуться? Советчики. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Тоже прикольно, да.
ты можешь просто выиграть. Ух ты, какая чашка прикольная. Дай на трансмог чашку. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужником короля Лича. Все славьте наших героев. Нет, если надо, забирайте. Просто не трансмог, оно прикольное. Стакаха чисто. Короче, на нубе сейчас вас больше. Я могу пофилить одного, пока да. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я тебе Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Господин.
Не выйди, не выйди, блядь. Да. Бля, разрули скипетр. Логично. Чтоб никто не сыбался. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Дисмаунт, который повод заносит. ДК убежал вперед. Ну, мам. Спасибо. Он один. Шаман. Да сейчас присумоним. Опозданцы. Минус шаман. Грязнопанцирный клешникоп. Клешникоп. Грязнопанцирный. Грязикоп острозуб. Шаман пошел нахуй, не нужен, как бы, значит. Если... Я не знаю. А чем мы забегаем? У нас варлок тут? Зачем вы сумоните меня из инста наружу, вы чё? Чтоб ты других сумонила. Да, ну. Как вам? Ничего. Единственный варлок? Хую? Понял. Хорошо. Ну, варлок это покажется, тогда выберем. Способность.
варлок сейчас зайдет. А то ты, когда в гневе, вообще страшен? Нет. Ты что, они все пулятся? Да? Но не надо. Я даже... Ну там надо кого-то было присумонить, чтобы не вынесли. Погони, чуть не жарит. Уважаемый варлок, 15 секунд. Да, отдельно на грул магик, кстати, нормально можно будет набрать. Нет. Угу. Согласно шар. Ставишь не там, наверное. Не там ставишь, по-моему. Ну, альянс типа тут стоит, там мы где стояли с горочки с ТБМ. Ну, чтоб типа нам не бежать. Какая разница? Ну, типа мы бежали полдня. Нет. Соглашай. Сейчас он вам поставит, блядь, страшную. Беги!
Без ДБМ играет или с выключенным маникюром. Не, ну Райва и огонь принципиально не вынес. Нет. Единственный Берна я не вижу. Сейчас бы экономить Берна, нет. Скоро. Фазы. Ой, лови, лови. Блять, страшно, сука. Вон, нам было сюда. Где шкаф? Вот сюда. Сейчас будет шкаф найди. О. Вот я вижу два мертвых полипала. Брик стал. Так, ну кто первый плюсанет? На того бог послал. Да. А в данной ситуации кого поверить есть? Много. Что делать? Что ты? А ты кто? Я же тебе сказал, кидай мне учить вас. Чего? Ты заебал. ДК учит вас. Помогите! Нет. Ты прочитал. Вот. Каждый день. Ты когда последний раз на улицу выходил? Тогда ладно. Спасибо.